Итак, пока дипломаты готовятся к новому этапу марафона, анонсировали, что он может начаться уже через 2 недели, есть время осмыслить итоговый документ предыдущего. О том, что коммюнике далось нелегко, но результат удовлетворяет всех, на совместной пресс-конференции говорили российский министр иностранных дел и госсекретарь США. С подробностями из Вены наш корреспондент Иван Благой. Совместная пресс-конференция – самый очевидный знак. Переговоры не просто не провалились. Достигнутые результаты стороны считают важными. Сергей Лавров и Джон Керри почти полчаса подробно объясняли журналистам, насколько нужен сирийцам настоящий общенациональный диалог, новая конституция и всеобщие выборы. Мы согласились с тем, что выборы должны проводиться при активном вовлечении и контроле со стороны Организации Объединенных Наций, и что в них должны иметь возможность участвовать все сирийские граждане, независимо от того, где они находятся, включая беженцев и в соседних странах. А я убежден, что те принципы, которые сегодня были сформулированы в нашем совместном заявлении, позволяют начать работу всерьез. Она, наверное, будет непростой, наверняка она будет непростой и не быстрой, но это работа, которая позволит укреплять доверие, в том числе между странами региона, между которыми существуют серьезнейшие противоречия. Как заметил госсекретарь США, разговор был честным и жестким. Камень преткновения, конечно же, Башар Асад, сирийский президент и его политическое будущее. По словам Керри, Россия, Иран и США в этом вопросе согласны лишь в том, что друг с другом не согласны. Тем не менее, Вашингтон больше не выдвигает никаких предварительных условий. В итоговом коммюнике действующий президент не упоминается вовсе. Зато написано, что именно сирийский народ должен определять будущее своей страны. Необходимо прекратить войну и страдания сирийского народа. Наша общая задача – использовать дипломатические инструменты добиться этого. Исламское государство и другие террористические группировки никогда не должны объединиться и править Сирией. Все без исключения участники встречи в Вене в терроризме видят общую угрозу. 6-й пункт итогового коммюнике. Если коротко, террористы должны быть повержены. И здесь важно, что с парадоксальными разногласиями в вопросе, кого считать террористами в Сирии, а кого ими не считать, решено наконец-то покончить. Стороны договорились дополнить список террористических организаций, который утвержден Советом Безопасности ООН. Эта работа напрямую связана с подготовкой прямых переговоров между официальным Дамаском и сирийской оппозицией. Нужно хотя бы понять, из кого она состоит, и отсеять реальных головорезов. Следующая цель – прекращение огня. Любопытно, что именно в то время, как в Вене дипломаты говорили о достижении мира в Сирии с помощью диалога и международного права, американский президент нормы этого права в очередной раз нарушил, приняв решение об отправке спецназа на север Арабской республики. На пресс-конференции Джон Керри заявил, что это, конечно же, только совпадение, и он даже не был в курсе. Сергей Лавров напомнил, бороться надо по правилам. Россия неизменно выступает за то, чтобы борьба с терроризмом велась на прочной основе международного права, что предполагает в случае проведения войсковых операций, будь то военно-воздушными силами или сухопутными войсками и их контингентами, согласие соответствующего правительства, либо решение Совета Безопасности ООН. Это наша позиция неизменна. Дипломаты продолжат работу в течение 2 следующих недель. Они постараются сблизить позиции, а затем вновь встретятся в Вене. Завершая пресс-конференцию, Сергей Лавров разрядил обстановку знаменитым обещанием Арнольда Шварценеггера из фильма «Терминатор». Министр, впрочем, сказал не «я вернусь», а «мы вернемся». We will be back. Иван Благой, Дмитрий Волков, Роман Гусь, Первый канал, Вена.